интересный вид бизнеса, который я встречал только в Китае. Видите, стоит машина, маленький пикапчик, грузовичок. Один их два. Вот эти машины, они не принадлежат вот тот, кто с них торгует. Это база накупила таких машинок довольно большое количество. И сдает в аренду их довольно дешево, при условии, что продукты питания, которые эта база реализует, и фрукты, в основном это фрукты и овощи, будут продаваться только с этой базы. То есть водитель приезжает, делает заявку, ему отдают в аренду этот грузовичок на какое-то время, и он должен за определенное время напродавать овощей и фруктов. И вот они по всему городу стоят, у них одно и то же объявление, заранее записанное с ценами, фиксированные цены, фиксированные ставки. И ну, я скажу, что вижу, что грузовики на глазах меняются от совсем плохих до все лучше и лучше. Значит, этот бизнес работает.